Доброе утро! Сегодняшняя практика с акцентом на ноги и ягодицы. Ручки вверх, потянитесь вверх, стрелочку вдох, выдох, сбросьте напряжение, наклон. Голова расслаблена, спина расслаблена. И теперь встаньте ровно, вдох с выдохом. Правое плечо, правое ухо к правому плечу, левая рука тянется в сторону вниз. Вдох по центру голова, выдох. Левое ухо к левому плечу, правая рука тянется в сторону и вниз. Хорошо, еще вдох по центру, выдох. Вправо левая рука тянется. И вдох по центру, выдох, влево, правая рука тянется. Садимся на коврик, выполним дыхание огня. Я сижу в ситхасане, вдох с выдохом. Мы будем подтягивать животик к пупку резкими вот такими движениями. И в это время мы выдыхаем, акцент на выдохе. Тянемся всегда макушкой вверх. Намеренно стараемся не вдыхать. Вдох происходит самостоятельно. Вдох-выдох. 30 раз дыхание огня. Вдох-выдох. Расслабьтесь. Восстановите дыхание. Еще один вдох-выдох. Восстановите дыхание и становимся на четвереньки. Будем выполнять полувакуум. За счет того, что мы раскрываем грудной отдел, у нас живот будет подтягиваться сам к пупку и прилипать как бы. Стоим на четвереньках, ладони под плечами, колени под бедрами, подкрутите пальчики, стоп, вдох. С выдохом таз вверх, колени присогнуты, руками отталкиваемся от коврика, спина вытягивается. Раскрываем грудь, живот, пупок прилипает к позвоночнику. Вдох, опускаются колени, мы расслабляем все. С выдохом делаем то же самое и не забываем еще подтянуть интимные мышцы. Выдох, подтягиваем интимные мышцы, руками отталкиваемся от коврика. Вытягиваем спину, раскрываем грудь и чувствуем, как животик прилип к позвоночнику. Еще вдох на четвереньки, выдох, потянули интимные мышцы, руками оттолкнулись тазом, потянулись вверх, живот прилип к позвоночнику, колени согнуты, шея расслаблена, вдох, расслабились, выдох, интимные мышцы подтянули, живот прижался к позвоночнику, руками оттолкнулись от коврика. Спина прямая. И последний раз вдох, выдох. Живот прилип к позвоночнику. Хорошо, из этого положения в собаке мордой вниз попереминайтесь ноги на ногу, просто почувствуйте свое тело еще больше, оттолкнитесь руками сильнее от коврика, почувствуйте вытяжение то одной ноги сзади, задней поверхности, то другой, то одной, то другой. А затем замрите и замах со вдохом правой ногой вверх-назад, выдох, колено груди, нога около правой руки. Отстройте положение, чтобы вам было удобно встать вверх, поднять свой корпус. Одним движением, сильными руками, вверх, вдох, выдох. И сейчас со вдохом выпрямляем правое колено, руки за голову. Итак, стоим в этом положении. Со вдохом сгибаем правую ногу, наклоняемся влево, тянемся ягодицы правой назад, сгибаем как можно больше ногу и наклоняемся. С выдохом мы толкаем правой пяточкой себя вверх и животик как бы напрягаем, подтягиваем интимные мышцы, все к пупочку. Вдох, наклон и сгибание, выдох. Все к пупочку, оттолкнулись ногой, вдох, наклон и изгибание, выдох, вверх, еще раз, вдох, наклон, тянемся ягодицы назад, выдох, и последний раз, вдох, тянемся назад за ягодицы, выдох, молодцы, сейчас
Вдох, руки вверх, выдох, руки вниз. Опускаемся на колени, вдох, живот подтянут, выдох. Опускаемся вниз, ложимся. Вдох, кобра, приподнялись наверх. Выдох, легли. Вдох на четвереньки. Это такая небольшая связка виньяса. Выдох, тазом. Тянемся вверх, руками отталкиваемся от коврика. Вдох, левой ногой замах назад. Выдох, колено к груди. Нога около левой руки. Отстройте положение, чтобы было удобно. Чуть подвиньте правую ногу к себе. Вперед. Вдох, руки вверх. Выдох, плечи опустите. И выпрямите колено, руки за голову. Теперь со вдохом сгибаем левое колено, наклоняемся вправо. Пяточка правая стоит. Выдох, толкаем себя пяточкой вверх. Живот подтянули к пупку. Вдох, наклоняем корпус вправо. Ягодица стремится назад. Выдох, вверх. Вдох, наклон, согнули больше левую ногу. Выдох, вверх, оттолкнулись левой пяточкой. Вдох, наклон вправо. Выдох, еще толкнули себя левой пяточкой. Вдох, выдох, вправо, согнули больше левое колено. Выдох, толкнули себя левой пяточкой. Вдох, ручки вверх, выдох, руки вниз опять. Опустили обе ноги, вдох, живот подтянут. Выдох, легли на живот, руки напротив глаз. Вдох, поднялись в кобру, плечи опущены. Выдох, опустились вниз. Руками оттолкнулись от коврика, вдох. Выдох, таз назад, руки вперед. Потянитесь за руками, расслабьте спину. Вдох, с выдохом круглой-круглой спиной, медленно-медленно-медленно садимся на колени, раскрываем плечи и сейчас ложимся через бочок на коврик, через бочок на спину ложимся, ножки вверх, руки в стороны. Со вдохом мы ноги в стороны раздвигаем, с выдохом мы пяточками подтягиваем ноги вместе и в это время чуть-чуть поджимаем интимные мышцы. Вдох. В стороны, выдох. Вместе. Вдох. В стороны. Именно выдох с пяточками. Вместе. Чуть поджали мышцы тазового дна. Вдох. Выдох. Вместе. Вдох. В стороны. Выдох. Вместе. Вдох. В стороны. Выдох. Вместе. И вдох. В стороны. Выдох вместе. Молодцы. Колени присогните на бочок. И садимся в удобное положение. Выполним небольшой настрой. Тянемся вверх за макушкой. Вдох, руки через стороны вверх. Выдох, руки намасте перед грудью. Намерение создайте внутри. Чувствовать любовь ко всем своим близким, к этому миру, со вдохом. Скажите внутренне любовь. А с выдохом создайте намерение благодарить Вселенную, своих родных, близких за все, что у вас есть. Еще вдох, любовь. Наполнитесь любовью. Выдох, благодарность. А я благодарю вас, что были со мной. Желаю вам отличного дня, чудесного настроения. Just do what you do.